смотрю местную красоту, что здесь есть, цены, красота. Посмотрите, посмотрите, что я вам хочу показать. Смотрите, какие пупсики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть, и он там один вообще под низом лежит. Какие красотульки. Посмотрите, черненькие, шоколадненькие, маленькие, бозенькие-бозенькие. А, пупсики, вот смотрите. Это у нас miniature pinchers. Мини-мини-мини. Два мальчика и четыре девочки. Родились они в мае этого года. Все прививочки сделаны. И всего лишь один стоит $1200. Как вам нравится? Уже одна девочка уже забита. Держат ее до определенного числа, скоро заберут. И еще один тоже его держат, заберут. Видите? Боже, боже, пупсики какие. Ну, пупсики. Эй, эй. Они там все бизи. Посмотрите. Ой, боже, посмотрите, посмотрите, как они играются. Ой, я не могу. Ой. Какая прелесть, да? Чудо чудное. Ну, что маленькие детки, что маленькие животинки. Красотульки маленькие. Господи, боже мой. Никогда не понимала людей, которые не любят животных. Вот никогда. Ну, тем не менее, бывают и такие. Так, ну это вот у нас уже все. В июле идут приготовления, наверное, к осени. Смотрите, вот такой вот дизайн в магазине. Смотрите еще какие пупсики. Аня, ты кого больше любишь, собачек или кошек? Вот ты person, dog person, cat. Я не знаю. Я ни с кем не жила, поэтому не знаю. А как ты чувствуешь зов сердца? Кого? Вот сейчас бы была у тебя возможность, желание. Кого бы ты звала? Кошечку или собачку? Кошечку. Кошечку, да? Okay. Я была всегда собачницей. У меня как-то сердце лежало к собакам. Кошек я как-то абсолютно равнодушна к ним была до того момента, когда у меня появился котик Персик, Персибл, и я в него влюбилась. Кто знает мою историю с Персиблом, тот знает, чем это все закончилось. Кто не знает, можете посмотреть в моих плейлистах видео, где я показывала своего любимого Персика. А теперь курочки, посмотрите, ой, я не могу. Одна курочка стоит $5. Ну, вернее, это цыпленочки. Цыпленочки. Ой, боже, ой, не могу. $5. А вы знаете, что у нас здесь в Америке большинство районов запрещают иметь куриц. Запрещают. И Покана, хочу сказать, одно из мест, которые запрещают иметь куриц. Вот это вот для меня загадка природы. Слушай, я не пойму, что они там. Ой, там сидят парочки. А вот эти вот, да. А вот эти вот уже по $8, смотрите. По 8. А, это петушки. Слушай, это же петушки. Там были курочки. Короче, курочки подешевше. А петушки подороже. Подогревают их лампой теплой. Ну, интересно, наверное, все-таки какие-то фермеры покупают. Должны быть какие-то большие фермы, где они разводят эту всю живность. Цыпа-цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа-цыпа. Посмотрите, а это, можно сказать, душевая а-ля сауна для собачек. И не просто, а self-service dog wash. Это то есть, приводишь ты своего питомца. Например, я на Плесика сегодня, наверное, я захочу его привезти сюда. Посмотрите. Заходишь, ча-ча-ча, и сюда он поднимается, дверца открывается, привязываешь его за ошейничек. Какая прелесть! Пожалуйста, тебе шланг, водичка, и они все здесь предоставляют, и шампуньки, и полотенечки.
все 32 удовольствия, и в конце еще дают им какие-то вкусняшки. Это удовольствие все стоит $10. Какая прелесть! Какие молодцы! Это буквально что-то новенькое они сделали в этом магазине. Мы, по-моему, еще даже дверь не поставили, да. Такого раньше не было. Все, супер, теперь я знаю, куда я буду водить Наполеона Бонапартовича, потому что я его водила в специальные грумен такие, можно сказать, сервисы, где я за него платила больше, чем я платила своему парикмахеру. Привет вам от королевышни. Видите, какая? Красотка. Ча-ча-ча. Вся двигается, прямо как будто она дышит. А, платье какое. Привет. О, видишь, попробовать можно всякие штучки, дрючки, пинчи, ну когда я засниму. Ну, ребятушки, а вот это вот покажу вам американское извращение. Вот такое видели? Маринованные яйца, куриные. Это в соке свеклы, а это, смотрите, халапеньо. Острые яйца с перцем халапеньо. Как вам нравится? Кто хочет попробовать? Желтые, перченые яйца. С перчиком. Маринованные. Интересно, сколько они здесь стоят? Сколько они здесь уже маринуются? Это жесть. Это жесть, знаете. Я хотела бы даже посмотреть того человека, который хочет это попробовать. Американские конфетки, смотрите. Сосулечки. Мы сосулечки, но совершенно я к ним равнодушна. Совершенно. Вот эти вот все красители пищевые. Синие, красные, желтые, зеленые, бурые в полосочку. Меня, ну абсолютно, ну никак, никак меня не вдохновляет. Вам нравится это, нет? Напишите, вы хотели бы попробовать вот эти вот американские конфетки? Может, мне уже какой-то конкурс забацать? А? И победившему прислать американских конфеток попробовать, как вы думаете? Ну-ка напишите мне. Ой, девочки и мальчики, а сейчас, вы знаете, вот что мне хочется кушать в жаркие летние американские деньки. Мне хочется суши. И вот здесь вот делают свеженькие разновидности, прямо глаза разбегаются. Но я любила такие, знаете, больше роллы. Я не по... Сырой совсем, это тюна и лосось сырые, нет. Мне нужно роллы, которые готовые. Раньше у них было очень вкусное, было, знаете, с рыбкой, по-английски ил называется. А как же он называется по-русски, я не помню. Но его сняли с производства. Я заметила, все, что мне не нравится, все снимают с производства, представляете? Нет, тюна вулкана какое-то. Это у нас Rainbow Roll Raw, это сырое все, это тоже сырая рыбка у нас, сырая рыбка, цены видите какие у нас, 11.49, вот такая вот одна маленькая упаковочка на зубик, но мне хватает, вот это моя порция, я больше не ем, мне даже за глаза и за уши, но я ищу не raw, а я ищу, чтобы они были готовые. Даже не знаю, что же мне... А, я хотела, знаете что, с соленой рыбкой. А ее, по-моему, нету здесь. Салмон, да. Смок салмон. Вот что я хочу. Наверное, нет. Excuse me, do you have a rolls with the smoked salmon? Дядечка сейчас придет, мне покажет. Am I blind? This is the one we have with smoked salmon. This one. Thank you so much. Thank you. Cucumber, smoked salmon. Sounds very good. Oh, thank you. Oh, Philadelphia. Oh, no, it's a roll. Smoked salmon. Ah, it's like lox and bagels. Yeah. Ah, so, but so you call it... They call it raw because it's not like cooked. Thank you. Так, вот оно мое, пожалуйста. Это с рыбкой.
cream cheese. Вот что на меня смотрит. Искала, искала я. Ну, очень, да. А у тебя что смотрит, да? Сейчас покажу. Ну-ка, мы тут с Анюткой. Ой, на ланчике. Наш потейло метло и немножко божечки, овощей. Какая прямо милость такая, душевность такая. Ой, господи. Я думаю, что это будет очень вкусно. Ага, ну да. А я вот это вот беру. Так,